Педагоги и студенты ведущих вузов страны в режиме телемоста на базе Назарбаев университета обсудили вопросы искоренения коррупции в высшей школе. Организаторы мероприятия Агентства Республики Казахстан по делам госслужбы и противодействию коррупции. От качества полученных знаний зависит не только репутация вуза, но и развитие нашего государства. И потому так актуальна тема академической честности, отметил заместитель председателя агентства Алик Шпекбаев. Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дмитрий Баландин поделился историей своего успеха. Всего можно добиться своим трудом. Спортсмен призвал участников телемоста быть честными и неподкупными. Президент Ассоциации вузов страны Рахмен Алшанов презентовал модель антикоррупционной хартии высших учебных заведений. Она направлена на выработку принципа нулевой терпимости к коррупции. По итогам встречи дан старт патриотической акции «Абройла Остас». Цель – формирование антикоррупционной культуры и укрепление принципов добропорядочности в системе высшего образования. Такие встречи играют важную роль в воспитании молодежи. Третий год подряд проходят эти встречи. Среди студентов, будущих специалистов различных профилей, проводится активная антикоррупционная работа.